Ёлки, блядь, она где-то, извините, по пизде где-то бегала. Вы сносили завальку 3%. 3. Должно быть 7 минимум. Что ее не уешили лича заодно, милики. Вот и все. О, там Турбо пришел. Но не берите его в пать, потому что у меня МК тогда не будет. Фак. Так, Турбо в рейд. Место, место у нас. Начальникус. Начальникус пока на замену. Дом просится на замену, то вы говорите, Алиса у него лагает. Саджира на задуму. Спасибо. Шкаф, я зайду на минуту в туалет. Алиса? Короче. А, вон замен, нормально. Фулрибах, да? Вот, царь обезьян, смотри. Следующий на замену уйдет Шредерна. Если ДПС вы не повысите. Тут написано 10%. Но за счет того, что Элем критует, за счет того, что он там творит. Почитай мой сет ШП. Ты вообще, ты осознаешь, что ты говоришь? Каких там шоссаны? Турбо раздавай, как из тебя ничего не хватает. Тогда да почитай сет Т5 на Элема. Там тоже он действует только под прожимку, раз в 90 секунд. Алло, здравствуй. Запускаю босса. Алиса, первую фазу нормально отводила, более-менее. Пусть чуть-чуть левее держит. Если на второй фазе за валиками. Где больше валик, в ту сторону и ведешь плеча. Вместе с валиком. Идем дугой. Милики сюда идут. РДшники идут садой. Все по стандарту, Саджиру увидишь. Да? Только ловушку, сука, не взорви. Да? Я тебя знаю, сука, ты любишь этому заниматься. Уже подлечали, закидай прям сейчас. Да будет так. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Пиздец. РДД. Готовимся, чума. Мосса. Проведи, Алис. РДД. Чулана, останьте в саву. Чулан. Далеко проводишь, Алиска. На танке, на танке. Осторожно, как будешь вести, Алис, там ловушка. На РДД, пан.
Ой, назад, РДД, ловушка. Турбо, РДД, ловушка. Шреддер. Ушли на край. Забери какого-нибудь моба, Миша. Миша, как обычно. Твой второй. Вот диспел. Ты можешь сам себя диспелить. Я был в гневном стан, понимаешь? По рейду сейчас чума диспелит. О, чума по рейду. Чуму диспелим. Кто к танку подошел? Никто, он на мобе был этот, как она, чума. На гневного? Нет, на мелкого пиздука, он не вредит. Готовим заказ. Готовимся, переход. Турбо! Осквернение влево выносит? Куда вынесешь? Главное не в рейд. Готовимся, осквернение выносим. Не под вальками. Костель. Попросил не под... По трусам. Может, центр, босс, РДшники, не сбегайте с центра. Сейчас будет искренне. Валики, потом искренне. Искренне. Куда ты, Алиса, босса, блядь, уводишь? На сомалийском. По трусам стан, блядь. РДД играет по трусам. Ускорнение. Эл-Рей. Ну, Алиса молодец, она лича, блин, с Эл-Рэем выводит. Зачем ты Алиса на осквернение босса водить? Я не понимаю, зачем Алиса начинает, когда осквернение босса водить? Я просто вот этого понять не могу. Вот элементарно. Ну вот, блядь, опять нахуй. Чё, раньше опять нахуй? Говорили, тебя спросили, разбегайся на осквернение. Не водил, блин. Босса, Алиса, ты сейчас стояла с краю и побежала зачем-то на другую сторону. А чё тебе мешало стоять там же справа, я на вот краю? Я не понял. Зачем-то в другую сторону убежала. Через центр. Я что, хуя не понял? Я вышла сначала в центр. Зачем ты босса вообще водишь под осквернение, когда оно вообще даже не на тебе? Вообще, ой, да, блядь! Так нахуй ты его слушаешь? Сейчас Эреллит, по-моему, не воет. Смотри, пан, где я стоял, прежде чем было осквернение. Вот здесь. Это внешний круг. Вот здесь, вот здесь. Это внешний круг. Да мы при том тут, Алиса, что она, блядь, за Эл-Рэем босса повела и разлила вместе с Эл-Рэем осквернение. Вот при чем Алиса. Тишина, на. Это только второй трайнер. Еще раз, Алиса, будет такое. Продолжаем. Вот, что ты кричишь.
Да, два шаркаря всего было. Это очень приятно. На этот рай должен быть победным, не ебать ни разу. Надеюсь, все слышат то, что эрлок, да? Только что сказал. Включи головы где? Я чинился, я тут. Флори бафа. Алиса, не переживай, на. Пока что все нормально делаешь. Пока что. Просто отлично, я бы сказал. Кроме того, что ты не должна, когда осквернение, выходить с боссом вместе. А если на нее осквернение кинешь? Если вторые вальки, тусуешь в центре. Уходить. Насрать, Алиса, стоишь в центре. Пофигу вообще, все остальные разбегаются, стоишь в центре. Да зальешь, ну хуй с ним, блядь. Ты там одна будешь, понимаешь? Валик сольем, потом лужа новая будет, из центра пропадет лужа. Тем более там 2 секунды дает, чтобы выбежать. Ты по-любому а не слушать Вайда, нахуй. Этот, блядь. Глория уйдет от ролла, блядь. Так, Арче. Не надо на кого-то спирать свои проблемы. Да? Надо принимать свои проблемы. Пан! Запускаю босса. Дебил, что ли? Я стоял на внешнем круге на железке. Силан, ребят, давай, короче, закроем тему, уже новый трайс. Твои разборки будут после рейда проводить. Хочешь, пиши мастеру, чтобы он мне въебал ГП. Мне как-то похуй на твоем мнении. Смотри видео Вайда там, я не знаю. Слова не мальчика, но мужа. Там даже я рывок дал нахуй в лужу, которая уже разрасталась, потому что Алиса какого-то хера водит босса, блядь. Войт сказал. Войду ГП. Я готов полутать ГП просто, чтобы вы закрыли ебальники и убили босса. РДД. Мелик. Миша Про. Мелик. Мелкий к нам ушел. Сомалийский чума. Просто РД лужа. Шейп предлагает. Шансон. Хорош. Как умер? Алло, слышно меня? Клава отключилась у меня, пиздец. Мелких забирай.
Включилось уже? Да, я специально спрыгнул, чтобы вас не лайкнуть. Просто переходка, Берни. Переходка. Ну что, горят доты, вон один. Накиньте. Стаков. Там чума есть вообще? Да. Быстрее было. Очень неудобно. Оператор, вставалка есть? Да, я вставлю. Маленький. Переходка готов. А помогите со сферами, я один. Каст, каст, каст. Ты сейчас сдохнешь. Уйди из-под морды. Чулан, БР, смотри. Моссо, БР. Сажира. Турнире. Разошли. На чулане. Вставай в центр. Бафы близко кинь, дай. Готовимся валикой. Сразу после валика с турнирью. Встаньте в одну точку. Вернение. Император. Паромбик РДД. Алиса за кружком повела. Отойдите от кружка здесь, лох. Кружок не трогайте, бьем по трассе. Босса в центр. Осквернение. Беги, малышка, беги. Войт. Пизду встали. Готовимся сейчас валить. За вальками веди. Сейчас осквернение будет. Вернее, 8 секунд, 6 секунд. Сейчас центр. Звезду встали. Осквернение. На просте. По валькам замедло. Фулл ДПС валик. Просте гимноману. Сейчас осквернение, ушли. После осквернения. Сразу под вальку. Ой, под босс. Даю гим на МП. Сколько процентов, мастер? 46. Трусах хил. Трусы все сыграли.
Сейчас после этого сразу сохранение будет. Да? Оскорнение. Сомалийск. По боссу фулл ДПС. Переводим босса. Вальки хватает сразу. Не, Алиса, быстро ведешь нахуй. Стань, блядь. Назад. После валик надо вести на. Босса. Готовимся с принятием. Разошлись. У нас вальки в обратную сторону отличия идут. А там нужно больше... Шли от Миши Про. Переводим лича. Полечу, бейте быстрее. Переходка, прожим, куда и сомалийский. Захил рейда. Почему, блядь, половина рейда там, половина тут, блядь? Ёб, он читает на ману. Ага, ладно, понял. Я бы в вальке просто не успел выбежать даже. О, блядь, вот сука... Зачем вы побежали бить ту вальку, когда вам сказали переводим лича? Я просто понять не могу. Ой, наркоманы. Так минус один, а так минус шесть. Алиса, во-первых. Какого ты хуя повела лича? Переводим, сука, лича, блядь. Это означает, переводим в процентах, на. Ты что, в обычке не танчил или что, нахуй? Ну вот сейчас, кстати, мы это время потеряли, которое она рванула. Во-первых, повела край, вальки взяли, улетели, блядь. Все в разноброс. Вот из-за того, что Алиса просто взяла и начала переводить, блядь. Этот вайп вот чисто из-за этого... Этот вайп не чисто из-за Алисы, это вайп за дегенератов, которые побежали в другую конец комнаты. Какого хуя, блядь? Я не бежал тут. А почему тебя Валька понесла в другую сторону от остальных Валек? Блядь, я ебу, я в центре стоял за спиной, типа, этого. Хули я сделаю, как она побежала нахуй на край, блядь. Вот я и говорю, поэтому его и понесло туда. Потому что она взяла и рванула, и все пошли это за лечом, чтобы бить. Его взяло и понесло в другую сторону. Ну, а остальные уже, ой, надо выбить. Я сообразил. Тебя спрашивают, почему, а не того, что ты, блядь, обижаешься, как маленькая девочка-школьница, блядь. Пошла в рейд нахуй, и соответствуй рейду, блядь. Я знаю так-то, блядь. А джинс поставьте, потому что уже люди тут. Все отлично делаем, на, пока что, блядь. Пока начинались, блядь, сейчас ГП лететь, на. Алиса, ты понимаешь, за то, что ты пошла на край, как петушня ебаная, блядь. Включи голову. Запускаю босс. Привет для чипиндосов, которые любят стоять очень близко на переходке с другими людишечками. Если на вас метка, чем больше вокруг вас людей, тем больше их бьет. В секунду по 10к. Если на вас нет щита, вы сдохнете. Как, к примеру, Императорс. Да? Чего? Я в жопе мира. Вот, блядь, со мной максимум один приз стоит, который бьет сферы. Вообще там никого. Хули вы там третесь, блядь, в 10 рыл в одной точке, блядь. Вас одна сфера всех убьет, нахуй. Если на вас щитов не будет. Там место, вагон, целая платформа. Тут пиздец можно что делать. Вот, что вот вы стоите там? Расходится у меня. Я большой, мне место...
Так сделай гнома нахуй, блядь. Спиляй ноги, блядь, и будешь маленьким. Гоблина. Нет, его случай гнома. РДДшник. Милики. Чулан. На танке. Бычьи головы. Милики. На танке, на танке. Вы куда идти? Проводи самолистки пока. Вперед РДДшников. На РДД. Уйди сомалийский шаркарями направо. Ну, с твоей стороны налево. Чопс. РДД. Милики. Выравнивай сомалийский. Турбо. На РДД. Мош, РДД. Переход для готовимся 1.5%. Шаркаря. Переход. Саджира, как сдох? Лич. Диспенди с Алиса сал. Роман, ну пойте, кто поет там первый. Прости, дай гимн. Ой, блядь, кто прочитал, сука. Переход, как готовимся. Перешли. Сейчас бы не успел я взрыв разуму дать, и Алиса бы улетела к ням просто. Вальки. Сквернение. Шредер. Ужасавчик, блядь. Так, нахуй. Ну, блядь. Кара, ты что там делал? Весело, да. Нормально же. Пацаны, оборжаться. Это вайп-рейды, так что вы, блядь, не обращайте даже внимания на то, что 500, но меньше не дам.
Вайп рейда 500 гп, блядь. Ни меньше, ни больше. Ну. Вы сюда пришли, нахуй, веселиться или убивать босса, нахуй, я не пойму просто. Милики, они люди простые, видят осквернение по ДБМу, через 3 секунды, да, они под валиками стоят, молодцы. Хорош, блядь. Стоим назад, обратно вернулись. Электрошам, не заходи в инст. Бля, я уже зашел. Заебись Шреддера, нахуй. Сколько он там ДПС удал? Нихуя себе с печати повиновения, да. Начальник уступ. Шреддер лучше будет, начальнику тут ни разу не был. Мне кажется, он... Начальник, я не видел, что затупил. Ну, просто не попало на него, чтобы он затупил. Понимаешь? Он был в рейде, трай давал с нами. Один. Да он тогда классный, лучше возьми. Один ШП, один гимн. Но это паладин, это минус один баф у нас. Ребят, мы когда прекратим наркоманией заниматься? Да, с чего? А ты, Санчира, когда наркоманией начнешь, блядь, заниматься? Хорошо, что напомнил, блядь. Какой Санчира? Что, наркоман? Ну теперь, нахуй, в начале переходки умерли, блядь. Да смотри, он, нахуй, этот, рот сорвал. Он еще в самом начале сдох. Ну, за срыв агра, нахуй, значит. Жрём рыбу. Он стойку сменил, да? Он же сказал. Не сменил косяк, нахуй. Какая разница. Чё мне дают ваши слова, которые вы говорите, нахуй? Я не понимаю просто. Где кулаки, нахуй, Шреддер? Верчи на пол. Прикольные ребята на лича пришли. Ласка нахуй не нужна, да? Как в РБК, да? Да, а чё там, пан, император, царь, нормально ДП завалил. Я как слышал, вам на Синдре вроде выдавалось. Нет? По одной. Зоил думал. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты по одной. То, что Зоил давал, уже давно кончилось. А вас, блядь, слов нету, нахуй, сказать, дайте фласки, не? А я, блядь, женою, наверное, всем похуй, но мне похуй. Мне вообще суджир дал. Все, ребят, сейчас пойдем, проверяй. Да, по-любому фласки не хватало. Особенно от осквернения. Да не бафаться, фласки не пить. Нахуй на это, чё там? Делов-то. РДД.
Причем с ДК. РДД ловушку. На РДД проводились. На танке диспел, милики. На зум, мелики. Милики, электрошар. Ушли. Что, третий шаркарно? ТТшника главное не проебить, все будет хорошо. Сука, ФПС не хватает, чтобы сделать идеальным. Уйдите, кто там в милизоне стоит, маленький это на. Прохил. Дим на ХП просит. Готовимся переход. По гневному. Две вальки заливаем. Сохранение. Пан. Готовимся вальки и сразу сохранение после них. Разбежали. Турбо. Паромбику играем. Стан паромбику. Там вообще-то шреды. Андер, потом не сбегаться. Алиса, держи здесь лича, все по кругу рассоситесь со осквернением. Осквернение. Малик. Звезду стар. Оскорбление не разлейте в подвале.
Куда вы бежите? 10 секунд до осквернения. Вы могли дамаг спокойно вливать. Или... Теперь разбежались. Эл-Рей. Вот за вот этим вот. Босса в центре. Пытаемся вальки сразу в применение. Выбежали. Так, меня схватили. Бычьи головы, ушел быстрее. Захил заражение. Бычьи головы, гимн на хп. Царь обезьян, гимн на ману. Дал гимн на хп. Зомби хп. Дал гимн на ману. Разбили вали быстрее, оскорнение, взяли рейндж. Сразу под босса сбегаемся после оскорнения. Сбежали под босса. Кружок. Бычий голову не потратил. Оскорнение. Чулан. Быстрее в босса играем. После валик Алиса ведешь. Если успеем. Да, должны быть вальки. Веди на край. Веди на край быстрее. Ушли все на край. Дай прожимку, сомалийский. Шансунг, прочитаю на хп. Мастер аур по льду. Гимн на хп, Шансунг. Миш, стой второй, как всегда. На ману пойте там. Шансунг на ману тоже поет. Там Шансунг на ману поет. Сферы побейте кто-то, кроме меня. Старый, отойди. Шепрочники. У нас сферы с милизоны вышли на. Где сферы в милизоне? Агро. Гневно мы играем. Блять, он не под... Сзади рейндж, все играем по сферам. Не бежим нахуй в центр, как долбоебы. Стоим с краю. После каждой комнаты будет осквернение. Так что готовимся выбегать после комнаты, сразу там осквернение будет. Так что разбегайтесь все сразу. Сферы убили. Ебать, у меня две сферы влетели. Мастер, не забывай там Гера через минуту. Жатва. Я понял. Можно выйти за чуланом, за квадратом бежим. Все в центр комнаты. Побежали за квадратом. РДДшники, бьем духов. Вперед квадрата не лезем. Готовимся разбегаться, сейчас будет осквернение. Выкинь с комнаты, осквернение будет. Осквернение. Бычьи головы. Стой тут, держи. На край, Алиса, на край, на край. Еще Геру, ближе давай. К краю, и не веди через центр. Геру. Стоим на месте, блядь. Идешь вдоль трона. Не надо через центр только вести. 11 на рейндже, осквернение 8 секунд. Разошли. Сались немножко, РДДхилили. Милики к краю, если что, вынесите. Хрен знает, что сейчас будет. Эл-Рей.
Дальше стоим на месте. Вдоль трона, уводи миликов оттуда, нас портанет прям туда. Вдоль трона, чтобы РДД могли бить спокойно. Вот туда, молодец. Жатва. В центр разбираемся. Поставили ауру во тьму и шреддер. И давай мастер ауру по ауру тьме. Кто умеет кидать тихо, блядь, там еще четко, блядь, флешки нахуй редко. Присты лучше подхиливать, у вас, от вас все равно там мало дамагов, там особо много не зальет. Готовьтесь, будет оскорнение, 10 секунд комнаты еще. 5 секунд осталось, разбегаемся сразу после комнаты. Еще одна комната будет после этого, поэтому ДПС. Разбежались. Мосса. Заводи, 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 прям на край, прям на край. Разворачивай. За спину лечу. Откину духов. Отсваливайте оттуда нахрен. Хил. Прохил, прохил сомалис. Готовимся, скорое сохранение. Разбежались. Клики на край вынести, РДД по краям. После духов. Стоишь на месте, Алиса. Бежишь. Мосса, все, вводи, вводи миликов оттуда. Вводи миликов из-под духа. РДД тоже валите быстрее. С ним протонуло, не убил он нахрен сразу же. Что дальше? Еще вдоль этого веди, веди вдоль этого. Да, да, вдоль края веди. Отводи, отводи, еще. Да, в центр сбегаем. А может еще одна комната будет хуй. Центр. Главное, никто в комнате не сдохнет. За квадратом пошли. Наш приоритет — убить духа, который летит спереди. Любой на нас. Потому что не могу не успеть его убить просто. Ты если лучше, он влетит, будет бубло. Да нет, я в смысле... Я... Меня не критует. Вот, 1000 критануло. Хорош. 5 секунд с комнаты выходим и готовимся к осквернению. Идешь к порталу, если что. Осквернение. Уйдите нахуй оттуда. Доля осквернения, к порталу. Духи, уйдите из-под духа, блин. Нормально. Иди на портал, веди спокойно на иди портал. Иди на портал, Алиса. Иди только не через центр. Стой, 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 все, разворачивай. Прямо в сквернении нет духов. Мирики на край вынесли. 30 секунд. Что? Развешайте дот. Император. Нормально, стоим, 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 стоим. Да можно, блин. Поведешь, от где император стоит, если что. Черепок сейчас. Все, добиваем. Декастует, повела. Веди, 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 веди миликов оттуда. Все, убьем сейчас. Да, сейчас дота да. Дотикает. Дота в комнате ванной вырубите все. Алиса, туда же поведешь. Центр все. Идем. Пошли за бегом, бегом, прожимку, портопал, бегом, прожимку. Мастер Аур, тьму. Иди падает, еще прожимку дайте, бежим. Второй танк прожим, бегом. Блять, бомба-бомба, пробегаем, пробегаем. Это шама захил, турбойся. Жали в стену нахрен. Спереди упадет, побежим, стоим, ждем. Ждем, оно сейчас взорвется. Побежали. Пошли. Вот сдох, выйдем, будет жатвами. Похуй, там дот должен добить. Спин, если что, под баблом заберешь. Готовимся к сохранению. Сдохните! Духи! Води, води, води! Води, Алиса, забери! Кинул! Духов, валите оттуда нахрен! Все. О, блядь, вообще... Алиса поняла, как водить, надеюсь. Помни, что через центр никогда не видели Лича. Никогда, всегда по краю видели. Вот типа как я показал, примерно.
В зависимости, где лужа лежит. Алиса, здесь ни в центре нельзя держать, потому что духи очень быстро долетят. Понимаешь? Вот только из-за этого. А с края до другого края они будут лететь очень долго. Чтобы было время отбежать всем. А так-то пофигу, где его держать. Ну, здесь, увы, так, что духи ебаны. 21, у вас 22. Что, идем еще вальши травить или нет? Можно, в принципе, вальши пойти убить. С первого трая убивать, если только... За таким рейдом мы сейчас, блядь, и Келли, и Вайшу выебем, блядь. Вы чё, ребят? Ну, вообще, да. Не, маг намного вырос. Мы до середины дошли, снесли 20%. Можно, блядь, пойти всё и ёбнуть за один день. Ладно, у нас мало того, что ДПС вырос, так у нас ещё 25 телов до конца почти прожили. Кроме Вайда, блядь. Там просто нам с лужами не повезло вначале. И Алиса, на первой фазе, не щеми Сомалийского. Ты прям к нему так двигаешь, что этот бедолага не знает, куда ему деваться. Он и к нам не может пойти. А там уже этот столб стоит. А ты его все щемишь и щемишь, думаю, ну ёб твою мать-то. Хорош, хорош, ребятки. ГЦ. Матриархат. А что там по коню вы решили, кто будет троллить или как? Коня или что? Чулану уходит. Чулану, чулану. Да. А до следующего рака будем ролить. Ну а чё вы сразу ролите? Может, я хочу Андрона где? Тебе ДПС даст? Нет. Чулан, давай ролить. Лут заберу. Фу, блядь, я только прибежал. Yes. Да, конечно. Кого ты там наёбываешь? Тебя. Пупсик. Чулан. Давай коня ролик заебал. Тебе хоть упала эта волына? Нет? Там еще представление еще. Ты в ожидании чуда. Да она не упадет. Император хуярит. Микстурыч, а где ты был? Я был занят. Бегал. Мы могли с первого трая убить, если бы ты микстурка пришел. Ну, бля, убили со второго. Какого научилась второго, Алиса, блядь, танчить, это для меня плюс, чего ты? А с какого, с третьего или с четвертого? Надо Алиса помогать, водить, говорить, куда идти, постоянно говорить, куда идти, иначе она не запомнит, ни хрена. Она должна сама это понимать. Варьба. Сколько ты мочил? Аж одна, а не две. ГЦ. О, надо охранить, ДПС. Бесполезные пушки. Электрошон. Сука, какой теренаста, блядь. Говнолу. Алиса, ля, какие. Куда-то упадет. Ты меня называл. Эл-Рей, чё, теперь я тебе говорю, что ты заслуживаешь глору. Как ни крути. Ой, а где у меня чувак? Какую глору? Мы из-за нее три раза вайпнулись. Какую нахер глору? Ну, а чё ты хочешь? Ну, первый вайп вообще был из Эл-Рея, который, блядь, на сапогах подлетел под леча со своим исполнением. Нет, Алиса, первый вайп был из-за того, что ты повела на край, и то, что милики, блядь, такие, как я, и остальные влетели в него, нахуй, она быстрее начала, блядь, разрастать. О, чулан, ГЦ. Масло, начни стоки. Водить леча под осквернение. Короче, решайте, я пока чайка себе заварю. Будем идти, не будем. Чё, погнали? Что? Никто же не хочет спать. Ну чё, Роги ГЦ? Тайми лутер. А, точно. Чё там, топор упал, да, для рук? Тайми Шипро уже даже не рыпается. Понимаешь, он ко мне. Ой, не то.